Так, станок кромкоклеющий Felder G500 2008 года. В идеальном состоянии. Значит, у него полный цикл есть. Сама приклейка. Точная обрезка фрезами. Фрезерование свесов. Циклевка и полировка. Потом зайдем сзади. Покажу, как это выглядит. Так, хорошо, значит, что мы делаем? Мы включаем подачу. Подающий транспортер, сверху прижимная рейка с роликами. Так. Значит, включаем сейчас фрезы. А, ну и полировки сразу включаются, да. Вот полировки. Так. Выключаем. Сейчас пойдем его тогда осмотрим сзади. Посмотрим, как все эти узлы выглядят. Еще один общий вид. Так. Так он выглядит в закрытом виде. Когда открываем, сразу же выключаются системы. Поскольку здесь концевик генеральный срабатывает. Так. Значит, здесь мы видим клеевой бачок, систему подачи. Сам этот есть крутилка, на которую кладется кромочка. Так, это грубая обрезка, значит, гильотинка. Потом ездит вот эта вот фреза и спереди, и сзади осуществляет обрезку уже точную. Фрезы, фреза сверху, фреза снизу. Это фрезеровка свесов. Цикля сверху, снизу. Вот, насколько тут видны эти ножички. И полировальные узлы сверху, снизу. Все, чистенький, прекрасно работает.